Всем привет! И у нас новая покупка уборка машины. Мой брат это очень давно хотел, и мы вот купили. Здесь есть... Откроем, Самирик? Две машины. Откроем? Одна получается Lamborghini, а другая Bugatti Veyron. Здесь у нас вот такое поле, которое будет машина здесь ехать. Ну, короче, открываем. Здесь вот так вот нарезаем. Оп. Открываем, и здесь я вижу поле. Сначала поле. Это дорога, где будут наши машины. Это получается, по-моему, вот это место, ведь оно очень похожее. Посмотрите, если вот это сюда. Да, это, наверное, вот это маленькое поле. Потом... Самирик, помогай, помогай братику. У нас здесь есть само поле, где будут машины. Это специальные машины, есть вот здесь, которые можно держать другие машины, чтобы они не переехали. Вот эта деталь ее. Вот это, что мой брат достал, это получается... Вот эта часть, кажется, здесь как бы вот такая часть, дорожка. Все. Короче, здесь... Не, это я неправильно сказал. А схема есть? Сейчас посмотрим. Здесь что-то есть, которое не приходит ко мне. Здесь он... Вот, мы здесь уже открыли, и здесь, оказывается, машинки, где я хотела вытащить, там были машинки. Сейчас открываем. Вот это, я думаю, что будет как Lamborghini синенькая. Ой. А вот это красное будет Bugatti Veyron. Ведь у Bugatti Veyron вот здесь есть такая штука, как алмаз. Короче, сейчас я думаю, что сначала мы... Поле положу сюда. Все. Мы так положили поле. Наверное, вот это сюда. Или... Нет. Здесь так на схеме я буду делать. Все. Здесь показано, что вот так. Это получается здесь дорожка. И вот... По-моему... Вот здесь должно быть такое местечко. Да. Вот здесь есть такое место, которое цепляется. А, другое здесь по. Короче, это место вот сюда цепляется. В общем-то, сейчас я понял, что вот эта дорожка, это вот эта часть, где она есть. Сейчас ее... Вот еще. Все. Сейчас ее получается нужно вот так. Блин, зачем можно так? Все, вот это я поставил. Сейчас нужно вот это. Хорошо, что поставил. А, вот так получается. Эта штука, где машины мы будем класть. И вот здесь есть такой пластик, который будет тянуться, и машина будет быстрой скоростью здесь проходить и идти на другую часть дороги. Сейчас мы вставляем вот так сюда это. Она кладется. Как-то странно. А может оно вот так? Нет! Не получается. Оно не получается. Все, это эпик фейл. Вот, наконец у нас получилось это подцепить. Мой брат сейчас кладет машинки, типа, вот так. И они, короче, будут вот так идти. Они вот здесь проходят. И вот так будут идти. Сейчас, если мой брат покажет. И вот так они будут проходить. Так там закрепить, наверное, надо как-то. Друг с дружкой. Ну да, получается. Сейчас мы здесь... Здесь как-то показано, что оно может идти вот так. Нет, это неправда, это ложь. Потом,
Знаешь, в очередь вот так идем, идем. И здесь есть вот эта часть. Сейчас вам покажу. Которую нужно... Ой. Цепить. Если, конечно, получится. Вот эту часть беру. Вот сейчас. Вот. Сейчас это убираем. И можно я сделаю? Сейчас вот это. И получается вот такая часть. Подъемный кран. Ну да, получается. Сейчас здесь нужно вот так сделать. А, у нас еще есть вот это. Это получается танка бензина. Вот, я сейчас буду делать вот эту часть. Зачем? Вот, вот эта часть, это, я думаю, что очень крутая часть. Вот так. Но она не ставится. Да, все, отцепил. Сейчас вставляем. Она не вставляется. Почему? А пока я это делаю, не забудьте подписываться на канал и ставить лайки. Я вас подожду. Как вы думаете, куда это наклеивать? Я думаю, что нам нужно сначала посмотреть на картинки и так их наклеить. Я за это время сделала вот эту башенку. Она выглядит классно, но наполовину она какая-то треснувшая. Поплотнее прижми. Все. Одна часть. Все. Сейчас нам нужно это сюда ставить. Очень трудно, конечно, это все делать. Все. Я сделала. Сейчас я подумаю, что вот эти наклеечки, вот эти, нужно сюда. Ведь по картинке это все правильно видится. Сейчас вот это. Вот. Сюда. Первую наклейку я уже наклеил. Сейчас вторую. Вот. Сюда. Дай с Америку тоже наклеить. Какую наклейку вы хотите? Сэр. Вот это хотите, сэр. И покажи, куда ее наклеивать. Я думаю, что вот эту наклейку отсюда я вижу, что сюда нужно наклеить. Сэр, вы хотите это наклеить? Или я наклею? Okay. Понятно, это я, значит. Дай ему ту, которую он может наклеить рядом с собой. Он никакой не может рядом с собой сделать. Почему? Почему? На башенку, пусть наклеит на башенку какую-то наклейку. Там же есть что-то? Окей. Самирик, где башенка? Сэр. Башенка где? Сэр, вот. Сэр, вот вам наклейка. И наклеивайте. На куда башню. Ты ее наклеишь? Да, давай. Давайте я вот это сюда. Окей, все. Сейчас мне нужно вот эту часть... крана получается сделать. Пока наш сэр наклеивает, я буду делать одну часть крана. Сейчас. Сейчас я приклеил, получается, вторую часть крана, и оно уже вот так двигается, и можно брать машину. Например, сейчас это наша Ламборгини, и все. Оно здесь. Пусть он будет здесь. Так ее, наверное, можно повернуть и поставить на трассу. Попробуй это сделать. Куда она? В другую сторону, наверное, или нет? Не, ее можно и вот так, и вот так. Но она не сможет никуда пойти. А зачем? Она может только падать. Нет, ее можно вон туда принести и на ту трассу поставить.
Не, это можно отсюда взять. Когда... А, кстати, когда она вот так А тут есть пусковой механизм в виде резиночки? Вот, вот эти резиночки наши. А как запускать машинку с ними? Здесь получается... Сэр, можно? Здесь типа вот такого я подумала. Ну, я еще не сделала полностью. Здесь еще есть такой специальный рычаг, вот этот. Да, вот я сейчас покажу. Вот он такой. А. Короче, его сейчас вставляем в вот такую позицию. Будет по типу стрелялки-рогатки. Сейчас это цепляем вот сюда. Ну, как хитро придумано, я бы не догадалась. Вот вниз, чтобы... И другую резиночку тоже так. Сейчас, это очень трудно. Да, непросто. Сейчас, Самирик, сейчас будем запускать машинки. Если, конечно, получится. Все, получилось. Демир у нас прям инженер настоящий. Вот как сейчас догадаться, что именно так нужны эти резиночки? Это вот так. И на счет три. Раз, два, три. Что-то не получилось. Что-то не то. Запуск в космос не удался. Это получается не вот так, как ты. Его нужно вот так, чуть-чуть, и потом вот так. Ой. Как-то дрифтанул. Окей. Сейчас... Надо доделать сначала, а потом уже запускать. Так. Сейчас вот это вставляем. Посмотрим, куда? Вот сюда. Это получается... Все, я увидел. Сейчас. Вот это нет. Подожди, Самирик, сначала нужно достроить. Вот это все поставим. И вот это. Окей. Сейчас здесь пишет Риану. Вот так оно пишется. Кто знает, что это означает, пишем в комментариях. Сейчас это... Сейчас достану. Что-то оно как-то само по себе. Вот. Вот. Так получается. Ну да. Сейчас. Мы, по-моему, все сделали, но нет, кажется. Да. Вот здесь у нас наша деталька упала. Да, больше ничего нету. Кроме... Сделали? А стрелочки нет, куда? Нет, еще не сделали. Смотреть, сейчас вот здесь. Да, заборчик нужно поставить. Да, сейчас его поставлю. Здесь, конечно, получится. Добре. Ну, все, мы сделали забор, и сейчас я как думаю, что это станция бензина, где все покупают бензин. Ну, тут и бензин, и гонки, вон, сразу и заправка. Ну, да, получается. Вот. Вот здесь, получается, покупают бензин. Сейчас нам нужно сделать одну часть. А, вот это. Загородка. Она будет подцеплена. Получается, здесь пишут, что вот здесь она должна быть. Но она не там. А, вот, все. Понял. Вот это вот так. Да. Это вот так все. Сейчас. Это у нас получается вот это. Это у нас дорожный знак, который нужно сюда. Да. Получается большую часть левого. Сейчас. У нас здесь есть трава. Вот, травка.
Травку нужно вот сюда. Вот. Вот так. Вот это наша деталь, которая вот так двигается. Можно поставить машинку, да, и туда получается сразу. Да, это вот так. Машинка должна быть здесь. Если она хочет... Ну, понимаете, вот здесь наша машинка. И вот так она идет вниз. Ей. Шлагбаум там или что? Это шлагбаум. Шлагбаум. Его можно вот так выдвигать. Я заметила это. И вот так машина наша будет проходить. И шлагбаум за деньги будет заново закрыт. Сейчас нам нужно наклеить наклейки. Эта деталь только нам осталась. Мы многие наклеили, но еще много есть. Стрелочки на дорогах должны быть. Америка, иди клеить наклейки. Сейчас. Вот наши B2 и B5. Они должны быть... Или мы неправильно? Мы неправильно надели. Почему? Ведь вот здесь есть специальное место для наклеек. Вот оно получается нужно вот так. Mm. Смотри, сейчас здесь уже будет получше, наверное. Вот это нужно как-то вот так надеть. Все, наклеили первую наклеечку. И здесь вторую. Потом нам получается нужно вот такие наклейки. Вот такие. И наклеиваем вот сюда. Все, мы наклеили все наклейки, и наше поле готово. Сейчас, сначала я думаю, что пойдет наш Ламборгини. Сейчас я его вот так поставим. И изо всей силы. Раз, ну-ка. Два, три. Нет, почему-то не фокус не удался. Раз. Сейчас вот это. Давайте лучше с бугатвейрон. Она будет побыстрее, я думаю. Раз, два, три. Бугатвейрон была такая быстрая, что она вот так взяла и вот так вылетела. Сейчас давайте Ламборгини попробуем. Она убегает раньше времени. Раз, два, три. Опа, получилось. Ламборгини лучше всего сделано, но сейчас. Сейчас очередь моего брата. Давай, пойдем попробуй. Машинку. Здесь я, кстати, положил, где шлагбаум наш Ламборгини. Сейчас это... Давай, раз, два, три. Как-то не получилось моего братика. Да подожди, не делай. Сейчас, на счет три. Раз, два, три. Давай, давай. Ты сломаешься сейчас. Мой братик не может это делать, ведь он... Сложный механизм. Наоборот, это не сложный механизм. Это легко в реальности делается. На счет три. Раз, два, три. Почти. Лучше уже. Давайте. Давайте я сделаю. Давай. Самирик, не бери пока. Мистер. Раз, два, три. Ой. Ну, что такое? Раз, два, три. А, это сейчас силы Бугатти Вейрона. Раз, два. Семерик, убери ручку. Ой, как сильно продвинулась машинка. Давай я сделаю. Давай братик покажет, как надо делать. Мастер-класс. Не трогай. Я мастер-класс показываю. Раз, два, три. Почему-то... Я лучше с Ламборгини своей сделаю. Не бери, Семер. Смотри, а Ламборгини... А давайте вот так. А давай две машинки запусти сразу. Кстати.
Раз. Два. Три. Вот этот смех был. Почему на столе получалось, а на диване не получается? Ведь диван мягкий. А при чем тут влияние раз. Какое ну, оказывает? Сами, не бери-ка, я сделаю. У-у-у-у, я сделаю. Раз. Но надо получается. Посильнее, порезче делай. Почему сказать, ластик сюда упал? Ну вот, наверное. Резинка. Ну, резинка. Она должна быть вот так. Сейчас. Одну секунду. Наша резинка куда-то поперлась. Три. Раз, два, три. О, получилось. Вот, наша резинка упала из-за этого. Пусть теперь Самир попробует. Сейчас. Давай. Да подожди ты. Давай, давай. Да давай. Ты большой. Поставь ровно на диван, чтобы раз, он... Раз. Два. Да чё? Я просто руками могу вот так. И все. Ну вот. Дай ему сделать. Сделай замуж, Самир. Подожди, резинка падает. И вот эта резинка тоже падает, которую нужно вот так вот. Раз, два, три. Ну и получается. Это все из-за резинки. Сейчас. Ой, как тяжело, да, Самирик? Как тяжело. Я заново резинку. Вот так. Самирик, катай просто машинки, катай. Оно ну что, Самирик расстроился, не получается. Не получается, да? Сейчас. А ты просто схема. Бери машинку и катай ее по горке. Одинаковая же схема. Тоже не до конца, там нужно вторую резинку прикрепить. Это у меня только что получалось, да, Самир? Сейчас. Мистер, можно мне, пожалуйста, машинку? Только что я делала, у меня получалось. Сейчас я попробую заново. Раз, два, три. Опа, как молния. Я здесь сделала специальную резинку, чтобы оно не падало вниз. А, интересная придумка. Сейчас давайте возьмем машинку. Все, положил. Давай. Бензин. Все, мы взяли чуть бензина. Открываем шлагбаум. И уходим. Шлагбаум. Шлагбаум. Давайте заново. Ну, в этот раз Бугатти Вейрон. Бугатти Вейрон как-то вот здесь падает, и оно вот сюда заново попадает. Раз, два, три. Видите, оно вот так здесь падает и сюда попадает. Ну, давайте последний раз попробуем силой. Раз, два, три. Ой, палец помешал. Раз, два и три. В этот почти. Раз получилось. Не, она получилась. Самирик, давай ты попробуй. Она захотела. Она шлагбаум закрывает ей. Дай Самир попробует. Давай. Пробуешь? Нет, он не хочет. А, давайте сразу две машинки. Вот так. Ты просто катай машинку. Раз, два, три. Это не получается. У нас остался Бугатти Вейрон. Сейчас вот так. И посмотрим. Как оно полетит? Опа. Она, он или она? Опа. Вот так-то вот так. Мама. Проходит и дальше мама. Оно не может. Мама. Давайте возьмем с крана наш бук. О, оно проходит, оно не проходило. Бугатти Вейрон отсюда возьмем. Ламборгини. Опа, смотри, машинки прилетели. Кстати, от этого крана можно перенести. Вот так сюда. Будет в общем, очень интересная игра. Всем пока, а я буду играть дальше. Ну вот, кран уже разобрали.